23 года ей было. Она и училась, и работала в ботаническом саду московском. Но на свое несчастье изучала еще английский язык. Сама просто. И мне, помню, говорил: «Во, Вась, я уже Вальтер Скотта читаю по-английски». Вот. Однажды, мне было тогда, наверное, 4 года, сводил меня в Молодечно типографию, в цех, где буквально печаталась газета. Вот это я помню. И все. Руководил профсоюзом транспортных рабочих в Одессе. Видимо, неправильно руководил, слишком защищал интересы трудящихся. Хотя точно за что и почему, так и осталось неизвестным. Он меня на руки взял маленькую, говорит: «Не плачь, доченька, не плачь». Помню, как я на окно в деревне, так на окна пялилась, плакала. Она писала нам сначала, потом перестали письма идти. Сделали запрос, один, второй, третий. Все закрылось, как не было, ни писем. Письма стали возвращаться, ни ответов на запросы. Вот сельсовет забрали, я, говорит, вернусь, и больше не вернулся. Мама всегда говорила, что отец в командировке. Отец скоро приедет, отца нет. Вплоть до того, что мне передавались даже некоторые приятные подарки, как бы от отца. От меня это скрывалось где-то до 15-летнего возраста, а потом все стало известно со слов матери. И я так и осталась у ее подруги. Я росла в семье и считала их своими родителями. И узнала свою судьбу в возрасте Христа, в 33 года. Существовало много версий. И то, что он отправлен этапом в Норильск из Соловков. И то, что он попал на баржу, которая затоплена. И то, что он где-то все-таки есть. Это была несбыточная, но все-таки была надежда. До конца 80-х годов память о пропавших, сгинувших, убитых, арестованных – это была сугубо семейная память. И вот в конце 80-х годов эта тайная память резко вышла наружу. И она сформировала колоссальный общественный запрос на поиск, открытие архива КГБ, назвать имена всех жертв террора, найти места захоронений и так далее. В том месте, которое потом получило имя Сандармох, сошлось несколько поисковых историй. Во-первых, это поиск родных и близких соловецких заключенных, которые в течение 60 лет искали, куда с Соловков пропали их родные и близкие. Второй поиск – это исследовательская детективная история, которую раскрутил Вениамин Викторович Йоффе от первого упоминания о совпадающих датах расстрелов у разных людей. Пришел к выводу, что это массовый расстрел, который произошел осенью 1937 года соловецких заключенных. И дальше шаг за шагом по разным источникам вывел интригу и детектив этого поиска до архивных документов, в которых упоминалось и расстояние, на котором надо искать место захоронения, и направление, и смог на карте поставить точку. Да? Это и поиск карельский. В течение многих лет в Карелии Иван Иванович Чухин и Юра Дмитриев занимались историей большого террора на территории Карелии. Смогли составить книгу памяти. Чухин смог составить перечень всех точек
населенных пунктах, в окрестностях которых происходили массовые казни и захоронения, назвать всех палачей по всем операциям большого террора. И дальше вот эти несколько потоков сошлись в одном сосновом бору 1 июля 1997 года. Здесь, в Балаклаковском комбинате, был комбинат еще и расстрельный, где расстреливали как заключенных Белобалаклака, так и просто местных жителей, осужденных к расстрелу уже местными органами, карельской тройкой. И вся эта машина работала, и где-то стало ясно, что это вот где-то в районе так называемого 16-го километра Венецкого тракта, но дальше надо было искать. Вчера, 1 июля, на этом месте удалось увидеть вот эти вот провальные пятна расстрельных ям. Первая же шурфовка первой же такой ямы открыла там, естественно, кости, захоронения. И дальше, куда бы мы, в какую мы ни толкнулись, это все подтверждалось. Вот голова, вот под ней еще провал, куда-то там еще кости. Щуп ушел, в кости упираюсь. Да? А на глубину получается? 25 сантиметров. 25 сантиметров. Как минимум. Весь лес в ямках. Куда глаз не кинь, везде ямки. И понимая, что в каждой ямке не одна, не две оборванные жизни, а десятки. Сколько в самом деле, так сказать, людей здесь, мы пока не знаем. Вот по документам, по точно установленным расстрельным актам, ясно имена 6500 человек. Механизм был настолько отработан, что 21, 22 и 24 января 1938 года бригада из 3 человек убивала по 400-460 человек за ночь. Здесь, в Сандермохе, расстреляны люди 60 национальностей, 11 вероисповедальных конфессий, практически всех сословий, которые были только на Руси, и не только на Руси. Но итог-то у всех был одинаковый. Аккуратная дырочка в голове, 2,5 метра земли. На уровне правительства Карелии очень быстро было решено и очень быстро запущено. Приказы писались многие задним числом. Оплата работ по прокладке дороги, по-моему, поступила хозяйственникам, когда уже дорога была проложена. Это все не важно. Но 27 октября открыто мемориальное кладбище. Оставим ты нас, 6 человек детей. Мне было 15 лет, вот мы здесь такие, нас здесь положены. Легкое лежание тебе дальше. После возложения всех, кто пожелает, надо присутствовать на освящении часовни. После освящения часовни состоится гражданская панихида, где любой может выступить. Появилась уверенность в том, что в стране не произойдет узурпации власти. Не найдется новый диктатор, могущий подчинить себе все и вся. Россия поднимется с колен, обретая чувство национального самосознания и элементарного человеческого достоинства. Память об этих людях не удалось ни задушить, ни уничтожить. Она возникла, эти люди для нас существуют, они нас всех сюда зовут, ради них мы сюда приехали, ради этих людей. Это их победа. Запрос на память материализовался. И материализовался он в виде мемориального кладбища, на котором выросли, в буквальном смысле этого слова, выросли памятники. Это очень важно в смысле диалога мертвых с живыми.
Потому что другого места у людей нету, потому что все остальное потеряно. Нету фотографий, нету дома, в котором жил прадед. Иногда родные пишут рассказ, что корни сохранились, что после его смерти родились внуки, у внуков родились дети, уже правнуки и праправнуки, и они носят его фамилию и память о нем. 7 лет мне было, когда меня разлучили насильственно с моими родителями. И вот теперь я нашла место, где похоронена моя мама. С тысячами других жертв она лежит. Соловецким этапом ее сюда привезли. И хотели забыть эту память, хотели потерять это место. Но правда всегда торжествует. И хочу просто сказать, что не должны забывать никто. Я не случайно сюда приехала со своим внуком, потому что молодые наши должны это знать, помнить и не дать повториться. Теперь будет это постоянно место, и здесь будем все встречаться. Мы с Кондопоги, они с Петрозаводска будем приезжать. В книге были написаны года, там, когда что произошло, расстреляли его. То есть мы знали, что вот все сослано и вообще куда, непонятно. Теперь вот будем приезжать сюда. Приехали 2 правнучки из Петрозаводска, и из Белоруссии. И праправнук. В общем, 5 человек приехало. Вот мы теперь каждый год ездим, 98-го года, уже 17 лет подряд. Вспоминаем, рассказываем. Это моя дочь. До этого мы приезжали с внуками, и внукам я уже все это рассказала. Отец муж, да. В 2008 году он похоронен здесь. Вот, все обыскала, все думала, ну не найду я его. Господи, 2 цветочка из дома принесла, положила. Сейчас уже 2 года не была, мне прям вот тянет сюда, как магнитом. Я вот пришла, пока с ним не поговорила, обняла его, не успокоилась. Даже для меня 2 года было, 5 августа, я дома места не находила. В этом году хоть дедуленька у тебя, и все. Когда ты проживаешь события Дней памяти, когда есть какой-то момент совместного бытия вот с мертвыми людьми и с живыми, для которых мертвые важны так же, как живые, это все становится частью жизни, неотъемлемой. Ты чувствуешь, насколько это событие, меняющее твое ощущение времени, ощущение какой-то многослойности мира, в котором ты каждый день существуешь. Да, эти имена есть в книгах, эти имена оцифрованы, но когда вы приезжаете на место и вы видите табличку, вы видите памятный знак, лицо, глаза, имя, все это на солнце, то есть это появляется момент прямого пометования этого человека. Мы встретились с Юрием Дмитриевым, и он мне просто представил списки и выложил мне на стол, говорит, вот 187 фамилий, имен, когда расстреляны. Для нас это очень важно, для евреев у нас в традиции, что мы должны все эти имена озвучивать. Не просто, скажем, молиться за убиенных, а молиться за как бы за конкретного человека. Вот был установлен большой казацкий такой каменный крест, украинский. И там вот зачитывают имена тех, кто там был расстрелян. Так или иначе связанных с Украиной. Там даже просто перечисление имен, больше 600 сейчас, занимает большой промежуток времени, это долго. В Украине об этих людях очень много говорят, и в основном вот это то, что называется у нас расстрелянным возрождением. То есть в 20-е годы был необычайный всплеск расцвета украинской культуры, очень много писателей, поэтов появилось, художников. Достаточно много имен из этого списка украинского возрождения как раз связаны с Сандармохом. О Сандармохе, что достаточно отрадно, уже знают дети, то есть в контексте рассказа о Великом Киоре детям рассказывают и о Сандармохе, и о Соловках. Есть долг, что эти имена были бы в учебниках, нашли свое место в монографиях, и это было как факты нашей общей
многонациональную историю. Проводили опрос среди населения Карелии. И оказалось, что самый большой процент толерантного сознания у населения – Медвежьегорский район и Медвежьегорск. Каждый год жители Медвежьегорска сами приезжают. Остальные видят, что приезжают автобусы, приезжают люди разных национальностей. И все вместе общаются, все вместе едут, все вместе идут к этим своим памятникам. Установка памятных знаков, она национальных и конфессиональных, она имеет такой цепной характер. Приезжает какая-то группа людей, которые возлагают цветы, которые приезжают 5 августа и смотрят, ой, а где же памятник грузинам? А грузины-то были? Да, конечно, были. А, значит, мы привезем свой памятник, мы поставим грузинский памятник тоже. Я уважаю великий еврейский народ, я уважаю великий чеченский народ, я уважаю великий татарский народ. Здесь есть памятники мусульманам, есть памятники татарам, есть полякам, грузинам. Нету только памятника русским. Вот кто здесь русский? Мы за то, чтобы в следующем году был установлен памятник русским. И когда этот процесс начинается, то создается такое впечатление, что вот эта общая цельная память, память о жертвах и память о преступлении, она оказывается раздергана. Там происходят этнические конфликты. Например, там есть два памятника казакам. Одни считают, что у них правильный памятник, а у других казаков неправильный памятник. Там очень много ревности. Почему у Украины такой большой памятник? Почему так много Украины? Почему они такие громкие? Почему они поют песни? Это, конечно же, не раздробление какое-то по национальным квартирам там, и так далее. Что тут делить, когда все лежат перемешанные эти кости? Да? Когда вот мы заканчиваем молитву у своего памятника, мы идем к соседям, присоединяемся к молитве тех людей, которые там вот, или во всяком случае, если не можем молиться, христианские молитвы, мы стоим в сторонке, дань уважения вот, к этим людям. Мы потом, когда кончаем, уже это, обходим по всем, всем кланяемся. Всем. И чеченцам, и татарам, и вот русские тут есть. Там крест большой есть. Крест. И украинцам. А, беда объединяет всех. И поминовение объединяет всех тоже. Есть общий памятник на входе с призывом. Кстати, очень хороший призыв Юра придумал. Очень простой. Люди, не убивайте друг друга. Все. То есть тут все сказано этим. Вот. Дальше уже идет, значит, по национальностям, да, потом, может быть, по каким-то группам, потом надо уже индивидуально. То есть все равно это все должно работать на человека, на одного человека. У евреев считается, что тот, кто есть такой афоризм, тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир. Цветы возлагает генеральный консул Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шеваньяк. Цветы возлагает генеральный консул Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Эва Сунквист. Единственный в России Международный день памяти жертв террора проходит в Сандармохе 5 августа. И туда приезжают иностранные делегации, туда приезжают дипломаты. Мы очень часто сталкиваемся сегодня, что вообще история советских репрессий – это частное дело России. Но международное сообщество так не считает. Точно так же, как и сегодняшние преступления, которые творятся в нашей стране. Это не частное дело России. Это, в общем, общая международная проблема. В связи с агрессией России, захватом аннексии Крыма и наступлением на восточные территории Украины, учитывая то, что Россия очень часто берет заложников из абсолютно мирных граждан, из соображений безопасности и из-за невозможности, моральной невозможности посетить Россию, прекратились официальные поездки украинской делегации и на Дни памяти в Сандармох и на Соловки. С того времени немногочисленные, но мы поддерживаем эту традицию, которая сложилась. То есть и поменять и ручники, и прочитать имена, и помолиться. Украинцы, которые хотели бы приехать с Украины, других стран, проводят акции памяти
у себя тоже именно 5 августа. То есть они мысленно тоже там. На уровне человеческом ничего не изменилось. На уровне государственном, к сожалению, изменилось. Где вы, депутаты АУ? Я помню слова Пивненко в день открытия нашего мемориала. Мы навсегда это запомним. Мы никогда этого не допустим. Мы будем с вами. Боже, ну что ж случилось? Куда же это все делось, сочувствие? С тех пор, как начались вот эти все отходы от нормальной жизни, прекратились поездки официальных лиц. Прекратились поездки Русской Православной Церкви. И это показывает о том, что Русская Православная Церковь не самостоятельна, и она слилась уже с государственной структурой. Это очень опасно. Опасно, потому что это только сделать первый шаг. За первым шагом может пойти второй, и кончится это еще одним сандармохом. Весь мир признает, что в Донецке с одной стороны воюют просто бандиты Януковича, да? На наши с вами деньги, на налогоплательщиков, нашим оружием. А с другой стороны, законная украинская власть их пытается как-то прижучить. Наши кричат, что это не власть, это каратели. Слова-то какие находят, пострашнее. Да, нас можно обманывать, да, нас можно пугать тюрьмой, нас можно сажать в лагеря, нас можно убивать. Но весь народ эта власть не посадит и не убьет. И в конце концов с этой власти будет спрошено за то, что она сделала. Дорогие мои братцы и сестры, что-то надо с этой властью делать. Самое главное, не бойтесь. Максимум, что она может с вами сделать, это убить. Вот это смелое высказывание. Оно, на мой взгляд, послужило одним из толчков для его преследования. Он знал, что что-то когда-то с ним может случиться, но он не мог предположить, что это будет с этой стороны. И так подло, и так вот бездоказательно, и что испортит жизни не только ему, что вот это вот огромное государство. С этой ядерными всякими бомбами, с этими атомными подводной лодкой, которой мы пугаем весь мир, навалилась на вот этого несчастного ребенка. Несчастного ребенка, который взят из детского дома, который получил свою семью. Мы, друзья Юрия Алексеевича, вышли на серию одиночных пикетов. А после этого были, конечно же, многочисленные другие пикеты в разных городах, в разных странах мира, в том числе и у нас в Петрозаводске. Через год после этого посадили директора музея, в ведении которого находится сандармох. По такой же статье. Ну, она там чуть другая, но принцип тот же. И тут же по телевизору раструбили, вот они все в мемориале такие. Ну, можно сказать, его убили тем, что его посадили, потому что он умер. Даже не дали возможности проситься с родными и умереть дома. То есть он умер в тюремных застенках. Так что в этом году, когда мы поедем а в сандармох, то мы обязательно заедем и на кладбище в Дежигорске, к могиле Сергея Ивановича Калтырина. Светлая ему память. И вот это, его смерть, и вот это вот преследование Юрия Дмитриева сделало такое доброе дело, если можно так сказать. Люди вдруг почувствовали, что наступает какая-то вот, знаете, как вот туча находит такая вот, которая покрывает всю землю, и что надо с этим что-то делать. Надо объединяться, надо что-то делать, хотя бы высказать перед собой, чтобы быть честным, что я, да, я не могу своротить это, но я сказал свое мнение. Мы познакомились все из отдела Дмитриева, познакомились в Фейсбуке, кто-то привел друзей и сказал, вот, смотрите, кто-то сам просто пришел, увидел, не знаю, репост или еще что-то. И вот из этой группы, которая активизировалась в защиту Дмитриева, выросла такая поддержка для Дней памяти. Какая-то новая форма участия людей, раньше не участвовавших в этих днях. Мы уже сразу тогда ехали с идеей, что нам нужно как-то заменять деятельность Юрия Алексеевича, который не сможет быть на Днях памяти. И появилась идея сделать экскурсию для всех желающих
экскурсию по Сандермоху, где и слушатели, и экскурсоводы будут, ну, меняться, это будут одни и те же люди. Они стали открывать и реставрировать очень активно именно памятники древней живописи, и их было трое. Вот Александр Иванович Анисимов, грабарь и реставратор по фамилии Чириков. Он был из крестьянской семьи потомственных иконописцев. В какой-то момент Лесь решил стать режиссером, посвятить себя режиссуре, и создал труппу «Молодой театр». Она была основана на чистом энтузиазме, но, тем не менее, его спектакли начали приобретать успех, потому что отличались сильно от того, что было тогда на сценах. Ну, в общем-то, это то, что потом стало проектом Максима Лялина, и который сейчас уже такой масштабный и замечательный. Все случилось из-за дела Дмитриева Юрия Алексеевича. Вышла статья Шуры Буртина, Табыч, да? После этого мы к этому делу подключились. Мы сделали 4 таблички с фамилией Дмитриев. Мы их повесили на одном столбце, и именно об этих табличках я сам рассказал. Читая их небольшую биографию и вчитываясь в статьи, которые они получили, я очень долго не мог понять, как эти люди могли каким-либо образом способствовать свержению советской власти вот в этой карельской глубинке. Василий Дмитриевич был почтовым работником. Дмитрий Иванович – извозчиком. Самый молодой Дмитриев – Михаил Григорьевич – лесоруб. В октябре уже 18 года мы за день установили и рассказали 10 табличек. Одна из них была табличка Галию Галеевичу Галиеву, это татарский писатель и поэт молодой. И уже потом, когда мы эту табличку установили, на нас вышел родственник и сказал, я его внук. Он нас поблагодарил и стал заказчиком еще 3 табличек просто другим людям. И вот этот вот принцип, что когда родственники являются заявителями, да, они всегда помимо своей таблички еще заказывают неизвестным людям. И дальше возник вот этот вот принцип интересный, что в принципе любой человек, живущий в любой точке мира, имея сегодняшние коммуникации, может в Сандермохе установить любую, по сути, табличку. То есть кроме родственников, тех, кто непосредственно кровно связан с этим местом, стали появляться люди, которые чувствуют, что это действительно важно не только для тех, кого касается это напрямую, а важно вообще для всех. В Сандермохе вот это обновление состава происходит, меняется его статус, меняется его какое-то значение в общем мировом контексте, в общем российском контексте, потому что это уже в первую очередь не родственники, а люди, которые почему-то считают, что им нужно там быть. Многие приезжают в Сандермох, потому что чувствуют, что это место, где человек может чувствовать себя свободным и где уместно и необходимо не только совершить дань памяти убитых в 1937-1938 году, но и говорить о сегодняшних актуальных проблемах совершенных преступлений сегодняшней властью по отношению к гражданам и к людям других стран. И республиканские власти, и петрозаводские чиновники перестали принимать участие в днях памяти в Сандермохе. И в это же время историки Петрозаводского государственного университета Юрий Килин и Сергей Веригин выдвигают гипотезу о том, что в Сандермохе могут быть захоронены не только расстрелянные в годы Большого террора во время сталинских репрессий, но там могут находиться также те советские военнопленные, которые были расстреляны финнами во время оккупации Карелии и Финляндии в 1941-1944 годах. Нет никаких доказательств этой теории. То есть главная ее слабина, несостоятельность в том, что она никак не доказывается. Ни логически, ни документально. И как бы мы ни спрашивали у Веригина и у Килина, дайте нам подтверждение, мы их не находим. Нам дают документы, вновь рассекреченные из архива ФСБ, да, где нет ничего о Сандермохе, нет ничего о фактах массовых расстрелов. И финны-то от этого не отказываются. Они признают, да, ребята, мы так делали, потому что была война, и куча людей погибла. И все эти списки, все места, они есть в архиве, Национальном архиве Финляндии. Они могли бы проделать ту же работу, которую проделал Дмитриев, применительно к репрессированным, только они могли бы ее проделать применительно к расстрелянным финнами советским гражданам. Вот вам, пожалуйста, список, вот вам имена, вот места захоронений. Где? У финнов это есть.
И российские и финские историки раскритиковали эту версию, сформулированную Килиным и Веригиным, но, видимо, она очень понравилась военным. И летом 2018 года, в августе, Российское военно-историческое общество с Министерством обороны организовало экспедицию в Сандармох и начало раскопки на территории мемориального кладбища. Данное проведение работ, так сказать, инспирированы местным музеем, местным Минкультом, а также Минобороны. Есть в ПТРГУ, как я понимаю, так сказать, мнение о том, что здесь вполне возможно как раз есть узники, так сказать, расстрельных концлагерей финские. Мы ищем солдат, так сказать, потом мы их перезахороним со всеми воинскими почестями, отданными религиозно. А как вы их идентифицировать? Ну, по, так сказать, личным вещам, которые найдены при них, униформа, вооружение, так сказать. То есть, если это не красноармейцы, все эксгумационные работы останавливаются, так сказать, вызывается прокуратура, вызывается следственный комитет, так сказать, и проводится судебно-медицинская экспертиза. Люди, которые до вас работали, уже вызывали прокуратуру, все документы оформляли. Почему вы эти документы-то не смотрите? Известно, нет, кто... Нет, я ни одного документа, извините, не видел. Слушайте, ну вот реально у историков общества «Мемориал» есть все документы. Я не знаю такого общества «Мемориал». Для меня это, так сказать, я просто не знаю, что это научное общество, так сказать, какое-то. Нет, вы как историки, с удовольствием в курсе, я что хочу... Вы здесь захоронение расстрелянных узников? Вообще-то я считаю, как историк, так сказать, что это не доказано. В ходе раскопок 18-го года были эксгумированы 5 человек. Прямых подтверждений версии Веригина и Килина Российское военно-историческое общество не получило, и выводы экспертизы это не смогли подтвердить, и в 2019 году раскопки повторились. Скажите, а историко-культурная экспертиза была проведена? Историко-культурная экспертиза нам не требуется, потому что у нас было письмо от Министерства культуры Республики Карелия. Смысл письма сводился к тому, что деструктивные силы собираются, дестабилизируют. Поэтому, пожалуйста, приедьте, раскопайте и уже найдите тут, наконец, красноармейцев. Этот документ, в общем, ответил на все вопросы. Они ищут здесь, потому что они хотят убрать вот эти деструктивные силы и как-то улучшить имидж России за счет того, что она типа не имеет никакого отношения к расстрелам 30-х годов. Российское военно-историческое общество в ходе экспедиции 19-го года эксгумировало 16 человек и также передало их на экспертизу, результаты которой частично были озвучены на пресс-конференции летом 20-го года, но прямых подтверждений снова не было. Необходимо сделать полную геофизическую съемку этой территории. Команда, которая умеет это делать и делает это хорошо, существует. Вопрос, сколько это стоит и как достать эти ресурсы. Наличие такой детальной карты территории, где были бы обозначены все расстрельные ямы с численностью каждого захоронения, это снимает сразу масса спекулятивных шумов. Там копнули, что сказали? Ничего не сказали. Что нашли? Ничего не нашли. Они обесценивают память Сандармоха, память о людях. Представить, что они будут делать дальше, невозможно. Вот я говорю, что если они там устроят второй параллельный мемориал, это будет очень в их стиле, потому что примерно это они сделали в Катыни. То есть убрать совсем мемориал, наверное, они не смогут. Но, говорю, сместить акценты, как-то обставить его героическими памятниками с красными звездами, чтобы там уже к голубцам было не прорваться, это запросто. Мы-то с вами понимаем, что мы придем вот к этим столбцам, мы придем к этим памятным знакам, придут люди, понимаете? Это же самое важное, что придут люди. Вопрос, кто придет к памятнику красноармейцам в Сандармохе? Фамилий нет, родственников нет, никто не знает, кто там, кто. Вот этот маразм, когда люди действительно гибли в финских лагерях, их действительно расстреливали, там 2000 человек. Они действительно достойны упокоения и достойны обозначения места, и достойны памяти, с обозначением места памяти. Но там, где они действительно найдены, там, где доказано, что это они, пусть даже это будет Сандармох, но докажите сначала, что это красноармейцы, а не люди, которых убили ваши коллеги. Этот памятник, этот мемориал стал народным мемориалом.
То есть никто не заставлял, не заставляет людей ставить эти памятники. И никто не финансирует это. Сами люди собирают эти деньги, находят любые какие-то возможности и ставят. И большое кощунство, когда государство начинает в это вмешиваться и хочет вместо этого памятника соорудить свой. Более 80 лет назад государство посчитало, что эти люди им не нужны, и они были убиты. Уже 5 лет назад государство посчитало, что память об этих людях не нужна, и они перестали сюда приезжать. Но мы, общество, нам эта память нужна. Мы с вами очень разные. Мы приехали из разных городов, мы приехали из разных стран, с разными политическими взглядами. Нас всех объединяет одно – это убежденность в праве человека на жизнь и в праве человека на свободу.